сначала в такую вот миску, налить воду. Потом выбирайте на свой вкус ваши самые любимые цветы. И сейчас будем так их раскладывать. Надо их ставить, допустим, я буду делать так вот, будут вокруг такие цветы, а посередине будут стоять другие. Сначала я просто их сюда кидаю, и потом буду только их уже хорошо их так распределять. Вот, я все их сюда положила, теперь хорошо их вот так распределяю везде. Теперь ставлю вот такие вот. Вот так вот, три. Потом я решила добавить посередине вот такой вот листочек. По-моему, получилось очень красиво. Также вы можете сделать вот такую вот. Она тоже очень красивая. Здесь точно так же, только листики и петуньи. А, вот. И вот такие вот красивые летние DIY-чики у нас получились. А, всем спасибо за просмотр. С вами была Краб-Краб-Коробочка. Всем пока!